Привет всем, и с вами Максмян, и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Я скачал версию 1.16.0.60. Ну, что первое я заметил. Тут новое управление. Как создать персонажа. Я, кстати, вот создал персонажа с образа Стива и Алекс. Что могу сказать? Ваши созданные персонажи... Они здесь не сохраняются. У меня почему-то не сохранился первый образ, когда я попробовал, создал опять. Я создал смесь Алекс и Стива, более такого. Что-то с Алекс взял, что-то из Стива, вот такого себе персонажа создал. Этот мир, который я проходил, надо удалить его. Так. Ну что ж, я создам новый мир, игровой мир. Так, давайте мы выберем творческий мир, я хочу посмотреть, и создам сид 9999, вроде так. Я точно не помню, но там вроде должна быть деревня, поэтому сиду. Если, конечно, старый сид здесь не удалили или не заменили. Ну что ж. Вот мы зашли. Так, что мы тут видим? Деревья. Коровки белые. Вот так. Коровки, деревья. Опа, вот деревня. А, нет, все-таки работает сид, но как-то по-другому. Можете взять и записать себе там... Точнее, не записать, а просто ввести 5 девяток, и у вас будет... Такая новая деревня. Ну что ж, давайте посмотрим новую деревню. Так, это у нас вроде стоило для лошади, вроде, не знаю. Так, тут у нас домик жителя, домик. Зайти сюда. Вроде это библиотека. Не, это не библиотека. А, кстати, довольно так хорошо сделан деревня. Жители у нас поднялись. Сказать так, с обновлением Pokemon Edition. Так, неплохой, конечно, домик. Надо там булыжник заменители поменять. О, вот и житель бегает, священник. Так, тут у нас церквушка. Вроде новая, вроде и нет. Не знаю. Я только помню по старому Майнкрафту, то ж не судите строго. Колокол. Колокол. Вау. Куда вы все? Ладно, голем. Так, житель. А, уже зря изображен крипер. На плаще вроде. О, с тобой можно торговать. Ничего себе, за 32 каких-то плоти ты готов продать 2 изумруда? Один изумрудник дать? Серьезно? Ты что? Спасибо, не надо. Ты чего закрылся? Ладно, оставлю вас здесь, наедине. Так, опять колокол. О, это у нас библиотекарь вроде, да. Ладно, пусть идет. Не будем обижать. Так, тут у нас что? Тут, что у нас за домик? Тут. Что? А, тут инвентарь можно складывать в бочке. Ну ладно. Даже анимировали. Ситуация закрылась. Прикольно. Вроде домик рыбака. Так, ладно. Ага, а это у нас твой домик, библиотекарь. Ну ладно, сейчас мы зайдем в него. Сейчас мы посмотрим, как ты тут живешь. А, ну... Что-то у вас... Ну, такой домик, как и первый, который я заходил. Ничем не отличается. Жаль. Так, ну, этот я знаю. Так, это фермер. Это на что? Ладно, потом посмотрю. Мясо. Носатые тут ходят. Всё. О, этого я носатого не видел.
Прости, я тебя не знаю. Торговать с тобой нельзя. Ну ладно, нельзя так нельзя. Полетали. Полетели дальше. О, ничего себе. Картошка, хлеб, книга. Ну ладно. Ну что ж, думаю. Ну, деревня такая прикольная построена. О. Тут даже вроде что-то дорожки есть. О, там даже что-то светится в море. Так, и что у нас тут? Вот это светится. Я не знаю, что это. Ой, а ты кто? А, вспомнил, это вроде новый мод. Моб. Утопник. Я видео смотрел просто. Давно не играл в Майнкрафт. Вот. Это мне уже слишком занесло, ну ладно. Не будем тебя трогать. Ты какой-то противный, мокрый. Так, ладно. Ну что ж, наверное, я думаю, деревню можно преобразить в что-то другое. А сейчас я посмотрю инвентарь. Так, это мой персонаж. Так, с брони. О, новая броня. Незеритовый шлем. А ну-ка. Одеть можно? Можно одеть? О, можно. Так, ладно. Тоже сюда. Хочу посмотреть вот эту броню. Вот эту. Так, довольно так неплохо сделано. Возьму вот этот меч. Ну, хорошо так смотрится. Довольно необычно, конечно. Но неплохо. А да, возвращаем обратно сюда меч. Так, что у нас тут еще есть? Ну, стойку эту я видел. Фонарь с огнем душ. Костер с огнем душ. Как он работает? А, как и обычный костер, только такого цвета синего. Ну ладно. Так, что у нас тут еще? Коптильня, плавильная печь. Точила. А, это что? Улей. А ну-ка. Ой. Не знаю, как с ним. Ладно, может там пчелы должны прилетать. Так, это на что? Проводник. Хм. Так. Так, что это? Ладно, я не знаю, что это. Так, цепь. О, флаг можно забрать. Знамя. О. Давайте такого. Нет. Давайте мы возьмем этот цвет. Так, поставим, чтобы здесь. Главный, куда поставить? А поставим ее сюда. Нет, не сюда. Вот сюда поставим. Там вроде кто-то жителя ударил. Ладно. Что у нас тут еще есть? Так, новые блоки. Нарост нижнего мира. Ну, так довольно прикольно. А что у нас? Так. О, создать пчелку. Так, пчелка, пчелка, пчелка. Давай мы тебя создадим. А прикольно так летает. Такая кубическая пчела, которая может ужалить. Очень больно. Ну, что могу сказать? Тут очень много разных вещей, в которых надо разбираться. Я даже не знаю, плачущий обсидиан, даже не знаю, для чего он. Так. Спаунил монстров. Нет, не надо. Плод Коруса. Ну, это я видел плод Коруса. Так, что у нас тут еще есть такое?
Дикий улей. О, дикий даже улей есть. Вырезанная тыква есть. А, не, ну тыква была там. Это я не знаю, что. Ну ладно. Ну что могу сказать? Броня мне нравится. Очень красиво вот эта черная. Только я не могу понять. Так, алмазный шлем. Сопротивника отбрасываем ее. Ну, необычная броня, я могу сказать, довольно классная. Есть так еще, кстати, вот этот меч. Ну, довольно неплохо. Так, ну что ж, ну это я видел, этот для бессмертия. О, щит. Так, по конской броне. А конской брони у нас нету, незеритовой. Нету, к сожалению, нету, ладно. Нету, так нету. Таблички. Так. Головы. Ну, с голов ничего не поменялось. Зомби, крипер, эндер дракон. Ничего не поменялось, к сожалению. Жаль. Так. О, с оружия арбалет. Еще стрелы взять. Там мне любые стрелы дайте. Хотя бы обычные. Так. Больше свинка. Понял, как стрелять. Ну ладно. Ну что ж, тут очень много всего интересного. Я, конечно, не знаю половину. Деформированный грибок какой-то. Деформированный грибок. Даже не знаю, для чего он даже. Ладно. А яйца призыва интересно. Вот тут есть какие-то новые мобы. Вроде я видел разбойников. Ну, когда смотрел один обзор, типа новых хилладжеров, так. Ну, я знаю, что я играл в версии, где были именно побортники. Так, когда их там добавили. Так, ладненько. Проводник. Ладно. Ой. Не так, надо написать. Яйца морской черепахи, яйца дракона. А если просто. А, тоже так. Ну ладно. Ладно, найдем мы эти яйца, посмотрим новых мобов. Тут много чего интересного, даже не знаю, с чего начать обзор. Ну как? Обзор я то провел по деревьям. Но, что могу сказать, довольно классно, неплохо. Да и деревня как-то обновилась. Да и жители сделались более такими красивыми, можно так сказать. Хотя мне как-то было старые, ну, старые и привычные жители. А я помню, когда-то был одет просто в белое одеяние. Ну ладно, подумаешь, я тебя обидел. Так сразу надо было убегать. Не каждый любит, не каждый, конечно, любит критику, но ты у нас особенный житель. Ладно. Надеюсь, тебя зомби не сожрут. А вот и... А нет, это не зомби, это кот. О, кот. Странно, раньше котов не было. Ну, их надо было приручить оцелотов, чтобы создать кота. Ладно. Ну что ж, Майнкрафт я вам показал. Конечно, это не выживание, но все-таки что-то есть.
Такой обзор нестандартный, конечно. Ну как, все обзоры должны из чего-то интересного показываться. Я тут начал рассказывать, что из чего и какие новые вещи добавили. Ну как, вы, наверное, уже знаете, что новые вещи добавили. Но что могу сказать? Ну, что могу сказать? О, подожди, что пчелка делает? Я не понял. Ай-яй-яй-яй-яй, как тебе не стыдно, пчелка? Что ты делаешь? Что она делает вообще? Мне как-то это не нравится, пчелка. Лети отсюда подальше. Или давай я тебя лучше уберу. Фу. Может, она, конечно, опыляет, но опылять она должна будет цветы. Они все подряд. Такое ощущение, что она гадит. Все, нету пчелки. Ой, сейчас жители сожрут. Друг, ты там спрятался? Бось, я тебя спрятал. Ха-ха, тебя знаешь. Слушай, зомби. Я тебе могу даже помочь. Хотя вы довольно тупые. Смотри, какой вкусный. Смотри, какой вкусный житель. Ну давай, иди туда. Но. Еще двери закрыл. А ну-ка, посмотрим. Убежит житель или нет? Ну давай, давай, давай. Давай, житель, давай. Я думал, что ее сожрут, конечно. Ладно, помогу зомби. Хоть один раз я должен помочь зомби, чтобы он достал жить. Ладно, лови его уже сам. О, крипер. Не особо мой любимый. Ну как, воспоминания у меня не очень. Подожди, почему крипер такой, такой белый какой-то? Ну, точнее, он не белый, а вот у него пиксели очень белые выделяются. Ты таким раньше не был. Что с тобой случилось? Я понимаю, обновление, понимаю. Довольно, конечно, непривычно смотреть на крипера именно такого. Ну, ладно. Ну, а там опять кто-то хочет сожрать жителя. Ну, что ж, я провел свой обзор. Вам показал, что тут добавили, чего не добавили. Тут, конечно, я много чего должен был рассказать про новые обновления. Но половину вещей я здесь даже не знаю для чего, не честно. Потому что в Майнкрафт я очень давно не играл. Так, ну, я вернулся. У меня тут были кое-какие проблемы с котом, который я уже решил. Не переживайте, код в целости и сохранности. Ой, ладно, у меня как-то что ли здесь кнопки как-то заедают, поэтому у меня вот такое происходит, то он вперед бежит, то ли еще куда-то. Ну что, на этом видео я, наверное, буду заканчивать. Может, я вторую часть сниму, оборудую как-то деревню от защиты от всяких мерзких зомби. Смерти жителей. Что они вам такого сделали, что не хотите сожрать? А, все равно вы сгорите на солнце. Ладно. Ну, что могу сказать? Обновление классное. Много чего здесь я не понимаю, как я уже говорил. Ну, как половину вещей я здесь не знаю, для чего они. Что еще? Ну, что могу сказать, обновление классное, мне все понравилось, новые домики у жителей, жители довольно классно одеты, ну, разные, хотя мне, кстати, были старые, привычные одеты. Я, кстати, всегда думал, что житель-библиотекарь у них священник, почему-то в старых версиях. Не знаю почему, наверное, просто он был в белом одеянии одет, а жители в фиолетовых, это были их девушки. Хотя как-то странно,
жители девушки, они все на одно лицо одинаковые. Но ладно. Что могу сказать? Хороший Майнкрафт. Обновление меня порадовало. Ну как обновление, я просто давно не был в Майнкрафте. Ну что ж, всем пока, всем спасибо, с вами был Макс Мирян. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мне будет очень интересно их читать. Ставьте лайки.